spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлена серия безинерционных катушек, которую можно отнести к бюджетному сегменту. Ее название Rexa, а производителем является украинская компания Favorit. Всего в линейку входят 9 модификаций. Есть модели от достаточно легких, весом 205 граммов, до тяжелых, весящих 306 граммов. Передаточное число одинаково для всей серии и составляет 5,2 к 1. Также некоторые экземпляры укомплектованы мелкой шпулей и имеют английскую букву S в названии. Давайте поближе рассмотрим катушку с индексом 3000S. Для того, чтобы совместить такие важные характеристики, как прочность конструкции и ее максимальная легкость, при производстве корпуса и ротора применяется современный углепластик. В катушках устанавливается 9 подшипников, 8 из которых шарикового типа из нержавеющей стали и один роликовый. Моментальный стопор обратного хода Ультралок предотвращает случайное прокручивание ротора в противоположную сторону. Облегченная алюминиевая шпуля имеет бортик, покрытый нитридом титана. Это снижает трение с леской и позволяет делать более дальние забросы. Для фиксации монофила или плетеного шнура предусмотрена пластиковая клипса. С целью свести к минимуму перекручивания установлен ролик лесоукладывателя с функцией противозакручивания. Фрикционный тормоз имеет переднее расположение. В нижней части, позади ротора, как и у большинства безинерционных катушек, расположен рычажок переключения реверса. При его использовании ручка будет вращаться либо только в режиме намотки, либо в обоих направлениях. Точеная алюминиевая рукоять оснащается удобным плоским кновом из EVO. На время транспортировки способна прижиматься к корпусу. Чтобы переставить ручку на противоположную сторону, необходимо просто открутить фиксирующий винт и поменять их местами. В комплектацию входит запасная пластиковая шпуля. Обратим ваше внимание, что у этой модели она имеет более глубокий профиль и, следовательно, отличается большей лесоемкостью. А также практичный матерчатый чехол с утяжкой. В нем вы можете хранить свою катушку в перерывах между рыбалками. А теперь давайте разберем Favorit Rexa и посмотрим, как она устроена. Внутри расположен простой механизм с применением легкосплавной ведущей шестерни и стальным валом. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.